А в нашем эфире еще одна предпраздничная тема. В преддверии Дня защитника Отечества прекрасная половина Мурома с особым трепетом выбирает подарки для сыновей, мужей, пап и дедушек. Наша съемочная группа прошлась по улицам города и узнала, как же будут удивлять на 23 февраля своих любимых милые дамы. Ответ подскажет наш сюжет. Чего хотят мужчины? В преддверии самого мужественного праздника 23 февраля этим вопросом задаются все женщины. Ведь мужчины такие разные, как и их предпочтения в подарках. Техника, инструменты, книги, аксессуары – все на любой вкус и бюджет. Поэтому, чтобы удивить своего защитника и не подарить ему случайно 20-ю пару носков, женщинам приходится проявить всю свою фантазию и смекалку. Муромские же барышни для своих защитников в подарок выбирают. По-разному. Зависит от потребностей. Не всегда носки. Не всегда? А в этом году что подарите? В этом уже подарок подготовлен. А что это? Халат в бане, допустим. Mm-hmm. А в прошлом году что дарили? В прошлом? Не помню. Ну все. Часы, наверное, электронные. Часы? По стандарту носки, пену. А кому? Другу, папе. А в этом году что планируете подарить? Да другу вот ищем, еще не знаем. Папе кексики. Наверное, парфюм. Ну, знаете, я вот сейчас купила носочки в виде танка. Там чисто коллекция в виде танка. А так, я вот своему молодому человеку решила подарить армейский набор, потому что он любит ездить на природу. И в целом это хороший сухпаёк. Ну, мужчинам дарю то, что я знаю, что им уже хочется получить. То и дарю. А так как у меня сын военный майор, а он закончил Академию МЧС, то это праздник для нас значимый. Мы к нему готовимся. Вот, стараюсь угодить. А что в этом году будете дарить? Ну, в этом году, например, я уже приготовила подарок. Это будет парфюм. А теперь посмотрим, совпадают ли варианты подарков прекрасной половины с мужскими предпочтениями. Носки. И все? Да. А, дезодорант и пен для бритья. А вот что бы хотели, чтобы вам подарили? Хорошее настроение. Хорошее настроение? Вам его не хватает? А, привык сам дарить. 23-е? Да. Наушники беспроводные. Ух ты. Это, вот так вот. Это уже подарили в этом году или подарят только? Подарят. Ты уже знаешь, да, сюрприз? Да. А в прошлом году что подарили? Тоже наушники. Ты их теряешь, да? Да. Угу. Крем для бритья и носки. А еще что-нибудь дарили? Ну, за всю жизнь? Ну, это я, конечно, в порядке шутки, а так, ну, всякие разные, разнообразные подарки. А что бы вы хотели, чтобы вам подарили? Чтобы подарили? Да у меня все есть. А хорошее настроение? Вот сегодня у нас такой был ответ. Хорошее настроение хочу. Замечательно. Хорошее настроение – это замечательно. В любое время хорошее настроение – это всегда приятный подарок. И не только к 23 февраля, но и в любой другой день. Смотря кто. Ну, давай по всем и пройдемся. Ну, если бабушка, то деньги. Мама, либо деньги, еще какой-нибудь там подарок, кофта, может быть. Папа, деньги. Угу. Ну, все. Как думаешь, что тебе в этом году подарят? Деньги. Теперь, чего хотят мужчины, женщины точно знают. Но самым желанным в этот день всегда остается любовь, забота и внимание. И праздничное настроение, которое в первую очередь зависит от нас самих.